В брюссельской коммуне Скарбек в ходе спецоперации задержали 3 человек, подозреваемых в пособничестве террористам. Некоторые из них получили ранения. На месте происшествия, как передают местные СМИ, были слышны громкие хлопки, похожие на взрывы. По предварительной информации, в рейде приняли участие 50 бойцов спецподразделений, включая саперов. Напомню, 22 марта в бельгийской столице прогремели сразу 3 взрыва, 2 в аэропорту и 1 в метро. Жертвами террористической атаки стали более 30 человек, несколько сотен получили ранения. Ответственность за нападение также взяли на себя боевики ТЭГИЛ.